Доброго времени суток, уважаемые подписчики и подписчицы моего канала. В этом видео я хотел бы презентовать вам такую интересную страницу соцсети ВКонтакте, как Тимофей Паршин. Удивительно эстетично подобрано сочетание имени и фамилии, не правда ли? Наверняка вы ошарашены не менее меня, когда я только встретил эту страницу. Но что же может сделать эту страницу еще лучше? Боюсь предположить, что отчество. На днях я составил свой личный топ-5 отчеств, подходящих к Тимофею, с которыми сейчас вас ознакомлю. Пятое место. Тимофей Альбертович Паршин. Хорошее отчество, с таким не стыдно будет появиться на светских гуляниях и проводить время в компании изысканных дам. Четвертое место. Тимофей Кимович Паршин. Шахматное отчество, но отнюдь не пешечное. Третье место. Тимофей Татьянович Паршин. Нормальное русское матчество, очень красивое и изысканное. Второе место. Тимофей Тимофеевич Паршин. Будет глупо отрицать, что наследие имени от отца имеет аристократические наклонности. Говорит о знатной родословной. И, наконец, первое место. Тимофей Афанасьевич Паршин. Сбалансированное отчество, подойдет для любых профессий и планов на жизнь. Открыть офшор в Кипре? Расплюнуть. Дать в рожу негодяю, пристающему на улице, к девушке? Без сомнений и с левой. Такому имени будет под силу любая магия. Что же, друзья, вот видео и подошло к концу. Оставляйте в комментариях ваши варианты отчеств Тимофею. И не забывайте подписываться на мой Twitch. Ты чё, ебать, а?